Жми лайк, если ждешь Fortnite на Android, и сегодня будет новая инфа о версии. Короче, поехали! Привет, ребят, с вами Илья, и мы продолжаем искать информацию, касаемую Android-версии игрушки Fortnite. Сегодня откопал новые слухи, касаемые даты выхода, и они одновременно и радуют, и могут немножко напрячь пользователей. Начнем с того, что есть инфа о выходе игры, и типа в августе уже будет игра доступна на Android. Правда, не стоит сразу радоваться, и ходят слухи, что это будет именно такой первый месяц эксклюзива для Galaxy Note 9. Якобы игрушка будет представлена на презентации нового смартфона, и это паблик, который будет рекламироваться именно как игровой девайс. Тут несложно догадаться, что Fortnite, наверное, одна из самых лучших мобильных игрушек, поэтому именно она будет представлена с данным смартфончиком. Ну и тут есть еще такая интересная тема, типа стилус будет включать новые функции для игры Fortnite, и если честно, я вообще не понимаю и не представляю, как это будет реализовано. На самом деле звучит, если честно, это как-то дико, и типа стилусом мы будем прицеливаться и стрелять врагов, и это максимально странная фигня. Хотя, опять же, если это будет реализовано именно хорошо, адекватно, то кто его знает, может и будет такая вот фишечка этого смартфона. Теперь по поводу других Android девайсов. Для них игрушка также будет доступна, но уже через месяц, в сентябре, и опять же, это именно исходя из слухов. Информация, конечно же, это не точно, и с одной стороны круто, что игрушка вот-вот уже появится, но с другой, еще целый месяц ждать после августа, и это на самом деле много, получается 2 месяца на момент выхода нашего видосика. Однако, если игра все-таки выйдет на Galaxy, вполне возможно, что знающие люди смогут ее как-то запустить и на других Android девайсах, и мы в любом случае сможем ее вот так вот оценить. В любом случае еще будем ждать информации, и как только что-то появится, я тут же вам сообщу, поэтому подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех новиночек. Ну и также пишите в комментариях, что вы сами думаете по этому поводу, мне будет интересно узнать ваше мнение. Ну и будем заканчивать, до скорых встреч и пока.